Всем привет! Меня зовут Макс Брант, и мы продолжаем Brand All Up, продолжаем двигаться к золоту нашей команды. У нас уже есть два серебряных разных, есть тот же самый Брант, и мы готовы вать. Поехали! Опа-на! Ибрагимович, Старич, Азар. Просто вот эта командочка. 86 рейтинг. Что же сделает Брант? Ух, нормально. Поборолся. И Матокс. Ой, Матокс не смог забить. Вратарь у них молодец. Конечно, понакупали крутых игроков. А нам вот с обычными что делать? Вот это да! Это Матокс или Акам? Кто это? Кого меняем? Левого или центрального? Прикиньте, мы им забили. Просто там 10 минут не прошло. Давайте посмотрим. Ай, красавчик. Акам. Да, Акам все-таки очень крутой. Ой-ой-ой, Старич. Ну все, Старич. Старич, все, конечно. Естественно, здесь, ну, дело техники. Старич, чтобы не попал в дальний угол. Это нужно начать менять оборону. Если атака сама справляется, мы, в принципе, не бедствуем в последнее время в плане мячей, то в плане защиты я бы уже начинал усиление. Они очень быстрые, все очень все техничные. Да, ну конечно, все, ну и Старидж, ну как... По классике разыграли нас, и ну ничего с этим не можем делать. Нужно менять защиту. Так что, ну, чтобы Брант забивал, потому что если он не забивает, то мы меняем только нападение. Не-не, мы сейчас он подуспокоится, забьет еще 5 голов, поймет, что мы не так опасны, как ему бы не хотелось, и мы под шумок забьем еще 2, и будет там 7. 7-2 счет. Старич выходит. Не выходит, но сейчас меня чуть-чуть спешат. Старич выходит. Нет. Фернандеса пока не надо менять. А вот защитку бы надо усилять, потому что бронзовые все-таки так себе. Ну что такое, ну пацаны, ну мы что, играем с детским садом? Мы же играем с мировыми звездами. Давай, Матокс, пожалуйста. Да, Матокс забил, yes, меняем уже. Уже меняем точно форварда. Конечно, они хорошо играют. Но, что ж поделать. Ой-ой-ой, вот это... Пас хороший. А, нет, Ибрагимович убежал. Ибрагимович убежал. Ой, это нам повезло. 2-2 счет. Я забыл про счет. Я радовался, что мы забили голы, и мы сменим народ, но я не знал, что ничья. Клево. Что ж такое-то? Вот, пожалуйста, просто Фернандес. Фернандес, красавуля. А вот так Акам сейчас опасно сыграл. Случайность, конечно, ткнул между защитниками и вышли вперед. Обидненько. Да, потеряли мяч вот там вот и... Да, в одно касание. Ну, хотя и красиво. Почему случайно? Просто хорошо. Хорошая атака. Удары 6-10 не в нашу пользу, оно и понятно. Но и счет тоже не в нашу пользу. Сейчас счет ткнет, вот серьезно. О, нет, слушайте, нормально. Сохлебать атакой и можем... На контр. Ой-ой-ой, вот это опасно. Нет, ну пожалуйста. Фух. Спасибо. Фернандес 8 сейвов сделал. 9 сейвов. Вратарь вытаскивает. Вытаскивает это все дерьмо. Ой, отлично. Говорят офсайд. Мои говорят офсайд. Что будет? Нет, видимо, нет. Ну, это не гол, кстати. Это круто. Круто. Сыграли прекрасно. Ай, что же делать? 89-я минута, атака соперников и... Давай, ну боремся в кашу, супер, в кашу боремся. Последний. У нас сил просто нет. Даже сил нет на пас, ну... Ай, вот, пожалуйста, было бы круто. Но, знаете, не все мне должно вести. Навесить. Ибрагимович играет. Тут ничего не поделаешь. Старич красавчик, Старич молодец. Ибрагимович ему подспорье, хотя на самом деле по статистике должно быть наоборот. Но Старич, он крутой в любом случае.
Акам пускай забивает. Пускай забивает Акам. Хоть 4-3 не так позорно, но мы его уже меняем, поэтому хватит. Акам реально один из лучших игроков вообще в МЛС, видимо, лиги в нападении. Но 4-3, меняем двух игроков, что тоже неплохо. Состав преобразовался в бланк на ЛП, потому что, к сожалению, нету ЛФА золотого. И Игбуананике заменил Матокса, что тоже, я думаю, неплохо. Нужно менять Бретта, конечно, и вот этих тоже, и вот этих ребят. Поехали. Ого, реально Рус и Федор Смолов. Красавчик в нападении. Ну что ж, поборемся? Брант на Клака. Игбуананике бежит, 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 бежит. О, пенальти! Ребята толкнули просто человек. Я поражаюсь таким судением решьи, решением судьи, когда мы получаем еще и отворот, хотя нас сбили в штрафной. Ой, вот это красиво! Это так круто было! Фернандес красавчик. Ну и они, да, тоже здорово сыграли. Так, идем. Вот этот вот парень сейчас бежит. Брэд. Что же сделает человек, который сыграл с первого матча? Может быть, ударить? Неплохо, кстати. Интересно, это Брэд такой лох или это такая позиция просто неудачная, когда человек не может забить. Уж забежал Дани. Да. Брант, конечно, уже, если тогда он был среди бронзовых, прям, ну, одним из лучших, то есть по всему, то сейчас он очень... Бланко! О, Бланко такой забил! То сейчас среди таких вот крутых золотых и серебряных он уже смотрится не так круто. Мне кажется, это реально мяч на один стрелялся, поэтому попал в девятку. Сейчас забьем еще один. И уйдем в раздевалку победителями. Классно, супер, замечательно. Бланко. Это Игбуананике, надеюсь? То есть Бланко дал нападающему, и мы уже меняем опять же тех же двух. Да? Да, меняем двух игроков атаки. Не знаю, к лучшему это или нет, потому что защита у нас все равно бронзовая, сраная. Но пока держимся. Не получилось ничего в этой атаке. И бей, бей, пожалуйста, пожалуйста. Брэд! Брэд забил! Ого, ну хоть так, хоть с такого паса случайного вот штанги забил Брэд. Ну, все, супер. Брант ударил, мог сам забить. Но... Так тоже. Когда он устает, он уже даже не игрок, а просто, не знаю, мешок. Поэтому нужно убегать быстрым игрокам и давать ему на пустые ворота. Только так. Вот такие вот, да, штуки должны быть, только он должен забивать. Это мне нравится. И Брант в отборе играет хорошо. У него плохой удар, скорость, а так все отлично. Пенальти, пожалуйста. Зачем? Не, 4-1 это круто, как бы я играю классно, замечательно, но мог бы дать опять тому, и он бы забил уже. Вот пас назад, и 23-й бы Кларк бы забил. Все, идем. Брант, падай. Или бей. Брантик, ну что ж ты такой? Ладно, повоюем еще с тобой. Что мы имеем в итоге? Голы. Все верхние люди нам забили. Их меняем и смотрим, что получилось. Как я и думал, нет человека на ЛФА лучше, чем Бланку, поэтому я, с вашего позволения, ставлю лучшего, на мой взгляд, игрока на этой позиции. Это Акам. Здесь Камара, и здесь, наконец-то, тоже Самена, Шелтон. Такой составчик. Будем играть дальше и стараться забивать Брандом, чтобы менять оборону. Вы лучше всех. Макс Брандт, прошлое видео, подписка на канал, еще одно видео. Ставьте лайки, комментируйте. Пока.